Вот на различные сферы жизни, которые я попала, ну вот, в спорт, меня привела сестра. Она в нашей 39-й школе в Алматинской средней школе номер 39 пришла тренер и набирала детей первых-вторых классов, желающих заниматься художественной гимнастикой. Сестра пошла, недели две позанималась, ей очень понравилось. Она пришла, стала рассказывать. Меня увлекла, и я пошла. Она поступила 2 года раньше на факультет журналистики в наш Казахский национальный университет. Рассказала, какие интересные предметы, какие дисциплины. Мне тоже это все заинтересовало, и я тоже пошла по ее стопам на факультет журналистики. И очень рада. Мне кажется, вот студенческая жизнь самая яркая, самая незабываемая, самая неповторимая. Здесь столько возможностей, столько общения, и в разных сферах можно проявить себя, что вот для меня студенческие годы были самые яркие. И в спорте, и в учебе, и в художественной самодеятельности. И мы с одноклассниками каждую субботу, воскресенье ходили в горы. Конечно, мне потом доставалось. Ну, например, мы на Чембулак ходили пешком. Раньше не было такой хорошей дороги, не было бугельной, канатной дороги. Мы пешком ходили, а обратно мы спускались на санках. А спуск такой сильный и крутой, что мы тормозили ногами, сапогами. И вот столько километров тормозили, что на следующий день вот такие мозоли. Я не могла тренироваться 2-3 дня. И тренер говорит: вот что значит отходить, что значит отдыхать, развлекаться. До сих пор мы вспоминаем с одноклассниками эти незабываемые походы. Очень много из методов общения, навыков, наверное, я взяла от учителей. И от Марата Карибаевича Барманкулова, и от моего тренера, вот, которая закалила, наверное, благодаря спорту закалился характер. Что, и вот моя тренера Камникаловна, она всегда говорила, что утаил, то потерял, что отдал, то нашел. И вот каждый раз, когда ну, и выступаешь, и на лекциях что-то интересное рассказываешь, что-то отдаешь, и самому приятно, и чувствуешь контакт аудитории. Мне кажется, наоборот, студенты нас меняют. Мы вроде бы преподаем разные дисциплины, каждый год иногда варьируется, но костяк дисциплины остается. Ну, освежаем новыми данными, но, мне кажется, каждый год настолько интересная молодежь приходит, они вносят что-то свое интересное и свои новые темы. Я никогда не навязываю дипломные работы, вот эту тему давайте, вот эту. То, что сами студенты предлагают, то, что им интересно. И они открывают и для меня, и, я надеюсь, для моих коллег, какие-то новые горизонты. А студенты каждый год, вот, все спрашивают, ну какая сейчас молодежь, какая? Вот, я говорю, очень хорошая молодежь. Это, и подчас она умнее даже нас. Поэтому каждый год приходят очень интересные студенты, которые вот, нас заряжают и не дают состариться.